Что происходит? Что за звуки? Кто-то из вас скрипит. О, уже не скрипит. Нет, все равно скрипит. Это август. Бабулька. Чего? Ты задала? Да, уже 5 минут. Эй, всем привет! С вами команда Hypvision. Сегодня мы пишем реакцию на NCT Dream! Без Марка, снова без Марка. Вот. Я, кстати, слышала, что там какое-то не расформирование, а что-то они там меняли, по-моему. Да, мне кажется, Марк опять дебютнет где-нибудь. Где-нибудь дебютнет. Какой там раз, 5-й, 6-й? В общем, вот. Клип называется Райдинг. Называется Райдинг. Раз, два, три, поехали, нажимаем. Свек, свек, свек. Да, они такие как... красные костюмы. Мне начало нравится. Да. Мне нравится жилье, куда деться? Стиль. Они... У меня включены субтитры, и тут прям так... Попайер такой. Я не в фандоме, поэтому я не совсем... У меня такое ощущение, будто из Сидрима было больше, гораздо больше, не только Марк. Ну да, ну нет, только Марк. Просто когда одного человечка нет, уже... А их разве не еще больше было, нет? А-а. Ты я тогда не перепутала с Сиси вообще. Блин, прикольно. Прям такой айси свет. Да, прикольно вообще. О, Жена! Блин, Барси Жена это всегда тот прям, который не по годам такой. Который выглядит там старше. Да. Блин, Жемин, уйди! Многие клипы NCT, но я боюсь вступать в этот фандом, потому что я боюсь, что я не запомню имена. Да господи, там всего их 18, плюс еще китайцы. Нет, я знаю, что там много очень подгрупп. Нет, всего 18, но типа по 2000... Нет, или сколько там было? 21 сейчас. Я не знаю, я не помню. Нет, Жена! Не знаю, мне кажется, это одна из тех групп, которые тоже видно издалека. Просто это NCT, по-любому это NCT. Раньше мне очень сильно нравился человек. У него имя такое странное, типа Чон Ло, кажется, его правильно называть. Чон Ло. Блин, круто. А какие там были какая? Блин, мне очень нравится на самом деле Гаргейч. Да. Классно. Мы, кажется, хотели выбирать что-то новое, вы... Да. Можно мне вот здесь по центру, пожалуйста? Ты хочешь за Джимина? Я не отдам Джимина. А их там двое стоит. Это было... Мне понравилось. Running and running the dead. Знаешь, вот что самое плохое, я считаю, что на сети всегда продвигают вот одних каких-то людей. Вот я точно знаю, кто такой Тьон. Кто такой Марк. Я точно знаю, кто такой... Тед, и точно знаю, кто такой... Марк. Нет, я уже назвала. Сказала, ты его? И Джихён.
Джихён. Ну да, ладно. Вот. А ты Йона? Да, это вообще как бы... Ну, я вот плохо знаю, наверное, потому что я не в фандоме. Я не в фандоме, но когда ты вообще никого не знаешь. Кто? Вот мальчик, который с синими волосами был, это Джимин. Кто? Нет, по ИСИСИ Южу мы танцевали, которое седьмое чувство. Да. Вот, там вот эти вот... Кто? С голубыми. Джимин. Кто? Джимин. Джимин? Это я про него говорила, что он такой классный. Джимин. 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 У тебя новый биас, что ли? Да, у меня новый биас. Нет. Ну просто вы видели его. Блин, мне очень понравилось. Тоже понравилось. Не хватало чего-то свежего, вот оно пришло. Я поняла, не помню, это таких... смесь Джина и Чимина. Джимина. Это как Джо и Август. Да, получилось, которого мы слушали. Джугус. Да. Джугус. Я обычно не слушаю альбом, но я хотела послушать. У тебя глаза как брови, можно проверить. Надо посмотреть, короче, имена. Они же маленькие, они поэтому дрим, что они мелкие. Я думала, мы ждем практику теперь, да? 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 Я бы хотела выступление посмотреть. Ну что, это было круто. Да, мне понравилось. Нам понравилось. Да, это было. Всё, спасибо, да? Всем до свидания, всем спасибо, что пришли. До свидания. Да, это было очень. Страйк. На канал подпишись, лайк поставь, колокольчик, чтобы пропустить наши новые видео. И не забывай про комментарии. И не забывай про комментарии. И не забываем про нас. Все, давайте скорее выключаем. Все, что тебя касается, просто меня касается. Все только начинается.